Всем здорово, ребят! С вами, как всегда, Шухрат, и вы на моем канале. Ребята, наконец-то новое видео, но сегодня видео не будет про FIFA Mobile, а будет про Тоти. Да, вы чуть-чуть не поняли, думаю. Сегодня мы будем голосовать за команду года. eSports сделали в браузере такую вещь, что мы можем сделать команду и голосовать за этих игроков. И, может быть, они будут в событии Тоти в игре FIFA Mobile 21 версии. Думаю, вам уже понятно. Если нет, то посмотрите этот ролик, ставьте лайк, подпишитесь на канал, а мы начнем новый ролик. Let's go! Ну что, ребята, как вы видите, сейчас мы в браузере, именно сейчас мы будем собирать команду. Схема у нас 4-3-3, номинанты вот, так, вратари, защитники, полузащитники, а потом нападающие. Так, на воротах номинантов у нас есть Алисон, Эдерсон, Куртуа, Манданта, Навас, Мануэль, Нойер. Тут, очевидно, я буду выбирать Нойера, потому что он был самым лучшим из этих вратарей, именно 2020 года, выиграл все, что возможно было. Так, защитники, центральных защитников. Я вижу хороших, это Деврей, Хюмельс, Кимбемпе, Леопорт, Маркиньос, Рамос, Тиаго Силва, Ван Дейк. Я выберу Рамоса обязательно и, конечно, Вирджила Ван Дейка. Они этого заслужили. Знаю, что Ван Дейк получил травму и так далее, но был лучшим 2020 года. А в правых защитниках есть только два варианта. Это Хесус Навас и Трент. Конечно же, я выберу Трент Александра Арнольда. Блин, он был лучшим, самым лучшим. Так, левый защитник, есть у меня три варианта. Ангелиньо, Альфонсо Дэвис и Эрнандес из Милана. Я, знаете, не знаю, кого выбрать. Мне нравится и Ангелиньо, и Дэвис, но я все-таки выберу Ангелиньо. Его игра мне очень нравится, и я выберу Ангелиньо. Никакого проблемы нету. Все, у нас защита готова. Полузащита. Так, здесь есть Аувар, Фернандеш, Дебруйне, Кефир, Фекир, да. Кросс есть, и Сабицер, Сон и Тиаго. Так, я точно знаю, кого сначала выберу. Двоих игроков я точно знаю, кого именно. Это, конечно же, Кевин Дебруйне и Бруно Фернандеш. Они были самым лучшим игроком своих команд. И Манчестер Юнайтед, и Манчестер Сити. Но вот третий полузащитника, я не знаю, кого выберу. Хендерсон есть, Кимих есть, Кросс есть, Ковачич есть. И есть Сон и Тиаго. Я все-таки выберу Сона, потому что он заслужил в прошлом сезоне и в этом году. Играет очень хорошо и забил самый красивый гол 2020 года. Так, нападающие. Тут очень сложно, но хочу вам сказать кое-что. Кого бы мы не голосовали, все-таки eSports там добавит Месси, Роналду, Левандовски. И я знаю, что кто будет нападение в событии Тоти. Поэтому сегодня мы не будем выбирать и Месси, и Роналду, и Левандовски. Сегодня мы будем выбирать топовых игроков, которые мне очень понравились в 2020 году. Это Садио Мане. Точно будет Садио Мане, потому что он был лидером Ливерпуля, а не Салах, а именно Мане. Так, еще надо выбрать игроков. Тут у меня чуть-чуть проблемы, но я все-таки выберу кое-кого. Самым лучшим игроком Лиги Европы, лучший игрок Интера в прошлом сезоне, это Ромелу Лукаку. Я думаю, он этого заслужил. Он в прошлом сезоне просто был бистом, и я выберу его. А теперь последний игрок. Я буду выбирать между Холланд и Мобили Инкс. Они этого заслужили. Инкс был лучшим, почти лучшим бомбардиром, и Мобили лучшим бомбардиром 2020 года, и Холланд был лучшим открытием года. Но я все-таки выберу Эрлинга Холланда. Из Боруссии Дортмунд Golden Boy получил. И думаю, надеюсь даже, могу сказать, что он будет лучше Роналду и Месси, когда вырастет. Так вот, наш состав готов. Мануэль Нойер на воротах, Рамос, Ван Дейк, Ангелиньо, Трент, Александр Арнольд в полузащите, Бруно Фернандеш, Сон Хён Мин и Кевин Де Бройне в нападении, Ромеро Лукаку, Садио Мане и Эрлинг Холланд. Такой состав я бы хотела в событии Тоти FIFA Mobile. Не знаю, я бы хотел таких игроков. Как вам мой состав? Напишите в комментариях.
Ну что, ребята, на сегодня все. Думаю, вам ролик понравился. Я сделал такой состав. А как вы поступили в нападении? Кого вы поставили? Роналду или Месси или Левандовски? Напишите в комментариях. Думаю, вам этот ролик понравился. Если да, то ставьте лайк. Сделайте красную кнопочку подписаться с серой. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать интересные следующие видосы. С вами был, как всегда, AshFIFA. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.